Проблема дефицита медицинского препарата герцептин для лечения рака молочной железы, которая возникла в Алматы, будет решена в самое ближайшее время. Об этом на пресс-конференции заявили представители медицинских организаций, ответственных за поставку лекарств. В Горздраве о возникновении дефицита объясняют ростом количества больных раком молочной железы на 5%. На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано около 5500 женщин с таким диагнозом. В этом году диагностика выявила этот вид онкологического заболевания у 406 пациенток. Для полного курса лечения каждой из них требуется 18 флаконов герцептина, каждый стоимостью 300 тысяч тенге. Онкобольным он предоставляется бесплатно в рамках программы социального медицинского страхования. Возникший дефицит мог поставить под угрозу жизни 32 пациенток. Однако в городском онкологическом центре оперативно решили проблему, позаимствовав недостающее количество препарата у кызылординских коллег. По словам представителей СК «Фармация», отгрузка герцептина намечена на 20 сентября. В связи с тем, что у нас диагностика улучшается и увеличится количество больных, действительно был данный вопрос. Но в данный момент данный вопрос решен совместно с Министерством здравоохранения Республики Казахстан, что в связи с увеличением количества больных данный препарат заказан и в ближайшее время будет поставлен данный препарат.